На Личине полным ходом идет уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача не только вовремя собрать зерно, но и сохранить его. В связи с этим сотрудники Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят рейды по местам уборки урожая. Инспекторы ежедневно выезжают на поля, посещают сельхозпредприятия и проверяют соблюдение всех необходимых норм пожарной безопасности. В ходе рейдовых мероприятий работники сектора надзора и профилактики особое внимание уделяют укомплектованности техники, задействованной в уборочной кампании, первичными средствами пожаротушения и их исправности, наличию техники, приспособленной для тушения пожара. Со всеми лицами, задействованными в уборочной кампании, дополнительно проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности, недопустимости курения в неустановленных для этого местах, а также о постоянном контроле и очистке механизмов и агрегатов техники.